УКМК-ның төрағасы Қамшиек Ташиев соцтармақтағы барақшасына жаңы сурет жариялады. Анда еми Аксунгур да биздики деп жазылған. Аксунгур түрк учкотсуз учуч аппараты. Дрондун биринчи учусу 2019 жылдын 20 мартында болуп 4 саат 20 мүнөткө созулган. Ал биринчи болуп 2019 жылдын 30 апрелинде Стамбулда өткөн эл аралык коргонуу өнөр жай көргөзмөсүнө көрсөтүлгөн. 2020 жылдын биринчи чейрегинде учкотсуз учактын массалык өндүрүшү пландалган. Булак серепкежи. Новый среднемагистральный беспилотный летательный аппарат «Аксунгур» является разработкой турецкой аэрокосмической компании и на сегодняшний день считается одним из самых вооруженных и выносливых дронов Турции. Первый полет аппарата продолжительностью более 4 часов состоялся 20 марта 2019 года, а серийное производство беспилотника стартовало в первой половине 2020. Стоит отметить, что разработку данной модели турецкие инженеры осуществили в кратчайшие сроки. В течение 18 месяцев с нуля был построен планер двухбалочного типа с трехстоечным убирающимся шасси, оснащенный двумя дизельными двигателями ПД-170 с двойным турбонаддувом турецкого производства, мощность каждого из которых 170 лошадиных сил. Систему управления и авионику «Аксунгур» унаследовал от своего предшественника ударно-разведывательного беспилотника «Анка», разработанного турецкой аэрокосмической компании в 2017 году и в настоящее время состоящего на вооружении в турецкой армии. Основное предназначение нового дрона – наблюдение и разведка в любое время суток, а также ударно-наступательные миссии, для проведения которых беспилотник снабжен 6 подвесными системами, способными нести до 12 управляемых боеприпасов МАМ-Л. Высокоплан имеет небольшой двугранный угол и размах крыла 24 метра. Центральный фюзеляж вмещает авионику, камеры и сенсорные системы, включающие в себя электрооптическую систему обнаружения, наблюдения и прицеливания, лазерный целеуказатель и дальномер, широкоугольную камеру наблюдения, радар синтетической апертуры, а также систему спутникового контроля Тюрксат. Топливные баки размещаются в фюзеляже и крыле беспилотника. Длина аппарата 12 метров. Высота 3 метра с выпущенными шасси. Максимальная взлетная масса 3300 кг. Полезная нагрузка 750 кг. Аксунгур способен пребывать в воздухе до 40 часов и удаляться на 6500 км от базовой станции со скоростью 250 км в час. Практический потолок применения аппарата 12 000 метров.